Открытое обращение к народам России. Соотечественники, братья и сестры, народы России, Екатеринбург и Свердловская область обращаются ко всем вам. Мы обеспокоены тем, что во всех регионах нашей Родины преступными указами губернаторов введены так называемые QR-коды как главные условия для посещения общественных мест, музеев, театров, спортивных учреждений и даже продуктовых магазинов. Очевидно, что на очереди запрет на свободное посещение учреждений здравоохранения и образования. Считаем важным открыто заявить, что введение QR-кодов не имеет отношения к здоровью и заботе государства о людях. Напротив, мы понимаем, что QR-код – это индивидуальный номер, который присваивает человеку. Номер – человеку. В нашей истории это уже было. Мы хорошо помним, какую цену заплатил наш великий народ за то, чтобы никогда и никому больше не пришла в голову мысль делить людей на достойных и ненужных. Мы убеждены, что нумерация людей – это прямой путь к сегрегации и расчеловечиванию. Человек отныне будет рассматриваться властью как объект, который не требует к себе уважения и соблюдения его базовых прав и свобод. За QR-кодами на самом деле прячется замысел тотального контроля и порабощения народа России. Мы считаем, что цифровая метка – это инструмент разделения нашего общества по принципу «привитый или непривитый». Своими преступными действиями власть пытается стравить нас друг с другом. Она создает условия для того, чтобы мы сами ввергли себя в гражданскую войну. Присвоение человеку номера и поражение в правах тех, у кого номера нет, унижает наше человеческое достоинство. А главное, это все видят наши дети. Они видят нашу нерешительность и слабость. Они чувствуют, что мы, родители, боимся встать на защиту своих детей и страны. Это воспитывает в них, потомках победителей, трусость, приспособленчество и мышление раба. Мы не желаем своим и вашим детям такой судьбы. А как нам смотреть в глаза нашим отцам, матерям, дедам и бабушкам? Просто сказать, что сейчас такое время и надо потерпеть? Указы глав регионов противоречат Конституции России, ряду федеральных законов, международным нормам, Конвенции по правам человека и Нюрнбергскому кодексу. Мы выражаем недоверие Роспотребнадзору Российской Федерации, Министерству здравоохранения Российской Федерации и существующей системе власти. Пришло время сказать, что многотысячные обращения граждан России во всевозможные органы власти нашей страны за защитой конституционного строя и социальной стабильности не привели к пересмотру и отмене незаконных указов глав регионов и чиновников на местах. Из чего мы делаем логический вывод, что в России сложилась и существует параллельная государственная власть, которая управляется извне. А Роспотребнадзор и вовсе, по нашему мнению, подменяет наше законодательство рекомендациями ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения. Призываем всех граждан России к объединению на местах, созданию активных групп граждан для защиты своих человеческих и гражданских прав и свобод, данных нам от рождения и закрепленных в Конституции России. Выражайте открыто и без страха свою гражданскую позицию мирно и всеми законными способами. Идите к чиновникам и требуйте от них ответа по фактам нарушения ваших прав. Проводите пикеты, собрания, митинги, бойкотируйте исполнение преступных приказов. Наша задача – принудить власть соблюдать законы нашего государства. Не молчите! Мы не должны становиться пособниками тех, кто угнетает наш народ, нас с вами. И помните, те, кто не согласен с принудительной вакцинацией, QR-кодами и цифровым рабством – подавляющее большинство. Нас много, вместе мы – народ. Народ – это огромная сила. Вставай, страна огромная!